Теперь секрет этого фокуса. Посмотрите, как должны лежать тузы в начальном положении. Теперь перейдем к расположению карт в вашей руке. Первым идет 5 бубей. Затем идет 4, 3 и 2. Затем идут карты пиковые. Сначала идет тройка пиковая, четверка, пятерка и двойка. Вот так они должны у вас лежать. Когда вы говорите, что снизу лежат пиковые карты, оно так и есть, но когда вы говорите, что сейчас я буду снизу вылаживать, вы делаете ну, вот этот сдвиг, то что. Ну, просто сдвигаете одну карту нижнюю. И начинаете выкладывать, ну, вот так. У вас получается, что здесь 4 карты лежат, ну, 3 черные и 1 двойка. Затем уже выкладываете вот здесь уже как у вас есть. Сначала с пятерки, потом четверка, тройка и двойка пиковая. Когда вы меняете местами карты, то ну тем самым у вас получается вот так. Если вы меняете стопки, то вот у вас тоже получается. Оно само собой получается. И там уже дальше, как вы не меняете, оно всегда получается. Так можно поменять, можно так, к примеру, вот так. То тоже. Так же получается. И, к примеру, вот так тоже получается.